Привет, друзья! Это Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алиам». Вот часто спрашивают нас, особенно клиенты, как вы разговариваете с нашими взыскателями. Ну, понятное дело, что до такого, как вот вы сейчас услышите, дело не доходит, все гораздо короче. Максимум в регламенте на наш колл-центр выделяется минута-полторы на разговор с взыскателем, типа... Здравствуйте, да, такой клиент есть, да, если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите, все письменно, и все. Есть еще вопросы? Нет вопросов, до свидания. И кладем трубку, принимаем следующий звонок. Именно так работают наши сотрудники колл-центра по переадресации. Но я уже много раз рассказывал, как устроена переадресация, то есть телефон лежит у меня дома, прям буквально, в нем стандартная сим-карта. Которую вам, номер от которой вам дается, в том числе еще один номер дается, то есть сейчас два номера дается, и естественно вызов проходит через эту сим-карту, через одну либо через другую, но вторую мы включили, потому что огромный поток у нас теперь, одна карта не справляется, и в любой момент я могу взять телефон и поговорить, в любой абсолютно момент. Скоро я, кстати говоря, планирую провести ролик, записать ролик, где я при вас буду, что называется, в картинке разговаривать с этими вот умниками, чтобы вы понимали, как это происходит в моем случае. Естественно, сейчас ролик выложен в тот самый момент, когда я взял трубку и поговорил, представившись руководителем юридической организации. Ну, много, как правило, поговорить не получается. Крайне редко там коротыши выходят, что они сами кладут трубку. Ну, если начинают какую-то плести ахинею, то это, считай, нам повезло, и мы можем вместе повеселиться. Как правило, если коллектор цепляется за то, что вдруг трубку взял юрист, то из этого получается что-то наподобие топового ролика. Я их очень быстро выкладываю. Ну, здесь топ, не топ, вам судить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что да, как вы думаете. Ну, а для тех, кто недавно на нашем канале, в первую очередь, все, что вам нужно, чтобы стать нашим клиентом, если, конечно, это вам необходимо, для начала подписаться на наш канал. Не забыть, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы своевременно узнавать о выходе нового материала, так как он практически ежедневно выходит, и это очень полезная информация. В первом случае она полезна как валерьянка сильнодействующая, во втором случае это именно познавательный материал. Ну и самое главное для всех наших потенциальных клиентов. Вся основная информация у нас на сайте. Ссылочка на сайт есть в описании этого и любого другого ролика. И вот, внимание, на сайте видеопрезентация «Как не платить кредит законно». И сейчас в правом верхнем углу видеотрансляции для вашего удобства выходит кликабельная подсказочка. Вот она. Пожалуйста, посмотрите видеопрезентацию. Это очень важно для того, чтобы вы понимали, что мы для вас будем делать. Что этот этап, на который вы решили вступить, действительно очень важный, может быть, один из самых важнейших в вашей жизни. Юридическая защита, борьба против банковского беспредела – это серьезно. И даже с помощью таких специалистов, которые работают в нашей компании. Поверьте, прежде всего нужно успокоиться. А беспокойство рождает незнание. Давайте избавимся от незнания, подпишемся на канал, послушаем много полезной информации в плейлистах «Что делать, если…» обращение Кузнецова Дмитрия и примем взвешенное решение. Ну а теперь давайте послушаем, что все-таки может сказать коллектор. Напомню, кто, для тех, кто не знает, коллектор – это никто в любом проявлении на нашем юридическом рынке, я имею в виду на рынке России, и звать его никак. Это просто полупарализованный карлик, надеющийся на незнание и страх. И вам выбирать, жертва вы или победитель. Ну, поехали, послушаем. Здравствуйте. Да-да-да, слушаю вас. Это компания «МБА Финансы», специалист Анка Любовь Александр. Разговор записывается. Скажите, Татьяна Николаевна, вам знакома? Конечно, знакома. Кем она вам приходится? Клиент наш.
Так, а как с ней связаться? Можете с нами обсудить. А что вы хотели? А вы кто? Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, директор компании «Алиам». Хорошо, а почему она ваш номер телефона указала, как свой личный? Ни в коем случае, она свой указала номер телефона и воспользовалась предоставленной нами услугой переадресации. Переадресация? Да, переадресация. У вас мобильный телефон заканчивается 8547, правильно? Нет, наш телефон заканчивается на другие цифры. Вы знаете, девушка, что такое услуга переадресации? Человек видит нежелательный звонок, нажимает на сброс. Вы продолжаете, вы как звонящая сторона продолжаете слышать гудок. Но трубку поднимает уже другой человек. Хорошо, мы это знаем. А скажите, как с ней вообще созвониться? Ну, вы же по ее... Нет, ее не надо разыскивать. Она не прячется ни от кого. Вы не выдумывайте, пожалуйста. Она просто игнорирует устный формат общения. Она хочет личной, да, встречи? Ну, можно личной, можно переписываться. Ну, на самом деле, самое актуальное в правовом государстве и вообще в правовых отношениях это переписка официальная. А здесь даже и Америку открывать не нужно. Если у кого-то есть какие-то претензии, нет, вопросы... Нет, мы переписываться не будем. Ну, это ваш выбор, само собой. Мужчина, смотрите, город Краснодар, улица Черкасская, дом 3, квартира, будет отправлен инспектор, будет общаться лично. Ну, если... А вы номер телефона, узнаете ее домашний или контактный какой-нибудь, чтобы мы всю информацию, все информации ее владеем. И в отличие от вас, не сливаем эту информацию, куда попало голосу из трубки. То, что вы сейчас, кстати говоря, сделали, нарушив, грубо нарушив законодательство. Что я нарушила? Ну, вы сейчас адрес человека, собственно говоря, озвучили неизвестной личности. Вы сказали, с вами все можно обсудить. Можно так обсудить, я но я не скажу. Да. Чтобы Татьяна Николаевна передайте, что по данному адресу... Вы знаете, в чем ваша сложность? Я вам сказала раньше. Сложность ваших руководителей, вас. То, что набираете, они набирают совершенно юридически неграмотных персонажей, неудачников и все такое. И потом вот эти вот неудачники, ничего не понимая абсолютно в жизни, в юриспруденции, вообще в правах человеческих, гражданских, начинают нести ахинею и предупреждать юристов. А мы в рамках закона с вами рассуждаем сейчас. Я просто свое субъективное мнение высказываю. Если вам оно не нравится, выключаетесь. До свидания. Передавайте номер телефона. Нет, мы не будем ничего передавать. Все взаимоотношения только письменно. Не будем описывать. Ну, это ваш выбор. Передавайте. Значит, вам не светит никаких взаимоотношений с нашим клиентом. До свидания. До свидания.